Всем привет, ребят! Ну что, мы на аккаунте моего подписчика Эрика. Здесь, как видите, немало самиков, они все накоплены. Поехали посмотрим. Бездонатный аккаунт, человек копил, тут даже вроде и больше есть. Да, вот делаем вот так вот. Вот так вот. И что мы имеем? 84 тысячи самоцветов. С Новым годом! Всех с Новым годом! У нас сегодня будет эпичный, думаю, роллинг. Поехали посмотрим на аккаунт. Находится он в гильдии Empire of Demons. Вот так вот. БГ50. То есть лимиты есть. Кидайте заявочки, вступайте. Первые, вторые, третьи места битвы гильдий. Подарим один самоцвет в гильдию чисто символически. Для удачи новая фича, новая админ панелька в новом году. Ну чё, думаю, сейчас будет эпик. Так, что там прошел? Все, прошел один кредит. Заплатили мы дань. Поехали посмотрим. Так, Бигфута нет. Тесса, Рино нет. Фрей, Командоры, Ледяного, ППшка, Афина, Риббит, Огника, Сура, Махатма, Бугимен. Вот так вот, надо всех этих героев, в общем, выбить. Ну, кроме Огника, конечно же. Поехали посмотрим на алтарь. Это, ребята, это просто у меня удивление от этого аккаунта. Неплохо, неплохо. Без донат, но огонь. Реально огонь. Так, четко, 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 четко. Что, разброс? Все, короче, надо перекачивать аккаунт полностью. Окей, у нас сегодня такой вот коллекционер, плюс дополнительная естрада самоцветов. Ну, Коля такой себе, не знаю, что-то мне он не заходит, но попробуем. Ой, супер, мега роллинг сейчас будет по увеличению мест на складе. Так, малышник, ну спасибо, нам он не нужен, наверное, уже. 4К мы слили просто в никуда, идем на эпик роллинг, и тут нам падает, ну падает, просто, ну я не знаю, просто оно упало. Все-таки сегодня Рождество, и видимо тебе тоже повезло, поздравляю, Эрик. Ну, у тебя есть один из топовых героев на сегодня, это Фрейка, надеюсь, она тебе принесет удачу в новом году и прокачку аккаунта здесь сделаешь получше. Let's go. Начало хорошее. Хранитель, призрачный всадник. Тоже неплохо. Королева Гарпий. Так, нам надо вытащить ледяху. Ну, нужно вытащить Бугимена. Рибет душек. Так, ну ладно, еще добавим слотов. Вроде как видите, слив одного сама в гильдию приносит удачу. Вот еще раз. Ара ниндзя. Ну, даже Валентина, добрый вечер. Даже Паналадин. Гаргул. Укротитель одержимый. Ну, это просто эпик. Ну ладно, еще по 300. Все равно ему нужно будет. Так, ну Дракула, Болгрома, это не с той оперы. Атлант, имбище просто. Это тоже надо, стрелок. Сноу. Огонь. Ну не знаю, герои падают вроде неплохо. Все-таки копил, наверное, долго. Медузка. А почему бы и нет? И Асурик даже есть. Но Асурик у него был. Так, ладно. А нифига, Асурика у него не было. Вот так вот повелись. Да, я тоже подумал, блядь, думаю, что за хрень? Давай, нанимайся. Кинди. Ну, видите, по 300 работает. Еще Фия, еще Паналадин. Супер. От души. Так, ну, пора одну Легу выбить и пойти где-то развеяться. Так, смотрим, что там у нас. 6? Да ладно. Вы издеваетесь, что ли? Ну, без доната тоже плачут. Так.
Давайте, тащите. Ну, блин, я просто пока без Фрейи. Скоро я к вам приду. Видели три семерки? Это просто, это мега удача сейчас будет. Это было, это был знак, ребят. Смотрите. Оп. Циклоп. Валентина. Варлок. Где-то здесь будет сейчас имба. Я сказал имба. Да, я сказал имба. Ну, я сказал, же будет сейчас имба. Анубис, ну, блин, у него Анубис есть, но это... это все хрень. Самое главное, что у него есть Фрея. Че, поздравляю еще с одним Анубисом. Поехали. Кого-то добьем в рейде. Добьем твоего Анубиса и Хранителя. Потому что что-то слизни у нас не пошли. Но зато пошло хорошо с героями. Да? Отлично. Так, огонь. Убили даже вражеского стрелка, нифига себе. Это было жестко. Ну, Влад Дракула, что-то ему на этих Дракул просто прет. Я говорил, и череп пришел. Видите, новая админ-панелька, надо пшикать. Я же говорил, ребят. Просто заглядение, я вам скажу. Это оно. Это Рождество. Даже если мы не соберем тех слизней, насрать. Самое главное, мы собрали ему топовых героев. Хотя мы должны их, по идее, собрать. Ну, как видите, 35к и всего лишь 7, 8, 9. И только я сказал, ни хрена, и сразу же они посыпались. 10. Еще один подарок. Рино. Еще Афинка. Что ты еще хочешь? Ледо Феникса еще, наверное, хочешь. Я тоже его хочу, но... Мы просто выбили тебе еще одну Фрею, ведьму, Купидона. Ну все, 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 все так, как должно быть. Админ панелька. Пш-пш-пш. Не, что-то мы не то напшикали. Есть. Просто изи. У нас осталось, ребят. Просто осталась фигня. Ну, я думаю, сейчас мы затащим. Я сказал, мы затащим. Я сказал, мы затащим. Мы затащили. Так, пора пшикать. Пш-пш-пш. Так, не то напшикали. Дракос — это не та пшикалка. Пш-пш-пш. Вот вы думаете, вот долбоёб. Ну видите, что мы напшикали. Попробуйте у себя не попшикать. Вам нифига не упадет. Так, ну чё, 4. Ну на тебе еще ПБшку, на тебе еще рыцари, еще 2 студеных. Вот так вот. Просто ара. И Дракос, ну ёперный театр. Ну вот так вот, ребят. Ну что вы скажете? Скажете, это не имбовый роллинг, да, ребят? Это имбовый роллинг. Один герой, недостающий, 2, 3, 4, 5. Афина, 6. Асура, 7. Ну, я не знаю, как по мне, это было эпичненько. Поздравляю. Поздравляю, сиевию посеваю. Счастья, радости божаю. Ну вот как-то так у нас получилось, ребят. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Опять мы включили читерную панельку 2019-го уже. Выбили дофигища обалденных героев. С повторочками даже. Ну, это огонь просто. Посмотрите, сколько счастья мы принесли на этот аккаунт. Просто человек зайдет и просто будет в офиге с того, что мы здесь выбили. Ну, это просто нечто. Ну, я скажу, от таких роллингов реально веселей.
Так, поехали, ништяки откроем. Так, эпик-карточка. Ну, недостаточно места на складе. Ты чё? Ну, ты чё? Ладно, я сделаю так. Он тоже этого не заметит. Так, давайте отсюда начнем. 10. Нифига нам не даст открыть. Ну, это ж понятно. Так, открыть все. Нафиг они нужны. Только место все занимает. И что у нас? Форты. Недостаточно места. И только пшик. Нифига себе. Ну, у него пэтчбокс есть. Что я могу вам сказать, ребят? Чудеса бывают все-таки. Еще один аккаунт осчастливился. В принципе, неплохо. Я скажу вам, очень-очень даже неплохо. Так, давайте откроем эту карту. Использовать, окей. Чик, еще Ронька выпал, неплохо. Блин, на Ронина сегодня прям как-то прет. Ладно, откроем еще испоганю форты. Блин, жалко, коробки нет. Ну, надеюсь, он не заметит. Так, ну что, поехали посмотрим на имбищ, которых мы выбили. Рину, Афина, Виги, Фрейка сразу. Асурикса живой. Ну, вот так вот как-то, ребят. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики, кидайте заявочки, роли от 40к в основном. Чем больше, тем лучше, как видите, больше самого, больше выбиваем топовых клиентов. Всем удачи, всем пока.